слово «развитие». Почему-то принято считать не совсем славянским, а скорее калькой с других языков. Конечно же, с этой позиции мы не согласны, и у нас на этот счет другое мнение. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юра на канале «Осознанка», где мы зрим в корни русского языка и стараемся осознать послания предков, сокрытые в его образах. Заваривайте чай из календулы, а мы начинаем. Полетели! Практически во всех доступных источниках слово «развитие» считается иностранным, и с этим мнением, как правило, не принято спорить. Какие же доводы у этих версий? Возьмем для примера этимологический словарь Шанского. Слово «развитие» — словообразовательная калька, созданная в 18 веке от германского слова «entwicklung», что, собственно, переводится как «развитие». Корень слова «entwicklung» — «wicklung», что переводится как «обмотка», «наматывание». Что же получается, с точки зрения германского языка, и да, дорогие друзья, именно германского, а не немецкого, поговорим об этом как-нибудь в другой раз, слово «развитие» — это постоянная обмотка, наматывание новых слоев. В принципе, все понятно, просто и доступно. А теперь, дорогие друзья, предлагаю взглянуть на слово «развитие» с точки зрения русского языка, без этих самых обмоток. Итак, образная версия происхождения слова «развитие». Два образа – «ра», «звитие», где «ра» – это прокорень русского языка, означающий «чистый божественный свет», а «звитие» – это «звить», «свить», «сплести вместе». А теперь соединяем эти два прекрасных образа вместе, и получается слово «развитие» – «ра», «свить», сплетение божественного света. А теперь давайте немножко порассуждаем. У нас есть Ра, свет истины, божественный свет, дарованный нам высшими силами. Его потоки бесконечны. И чтобы нам, людям, развиваться, нам нужно эти дары света сплетать, свивать в единый замысел. Когда высшие силы дают нам много благ, добра и сил, люди, как правило, пользуются этим без порядка, без контроля, только берут, берут и берут. И получается, дорогие друзья, что в этом нету развития, потому что развитие – это как раз упорядочивание этих самых благ, сплетение Ра. Давайте обсудим на примере природы. На этой земле нам дарованы блага. Реки, океаны, моря, луга, леса, камни, руда. И что же мы со всем этим делаем? Мы только берем, потребляем, используем и уничтожаем. И где же тут развитие? Где же тут ра-свитие? По мере того, как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей, либо рабом своей собственной подлости. Карл Маркс. Конечно же, Карл и не мой пиар-менеджер, но здесь я с ним соглашусь. В подчинении природы нету развития. Это путь в никуда. Так каким же образом человечеству и людям нужно развиваться? Ответ, дорогие друзья, в самом слове «развитие» — «ра-свивай». Собирай все самое светлое и прекрасное на этой земле и свивай из этого блага, упорядочивай божественный свет. Великий и могучий русский язык вновь нам дает пищу для размышления. И пусть не обижаются носители германского языка, слово «развитие» не имеет никакого отношения к обмоткам. Истинное значение совсем другое. Еще одно толковое наблюдение за словом «развитие». Если развитие — это свить Ра, свить божественный свет, свет истины и добра, то получается, что развиваться могут только добрые силы. Темным силам это не подвластно. А почему? Потому что в этом слове тогда не было бы Ра, не было бы света добра
истины. Если человек приумножает злые дела на этой земле, совершает злые поступки, то он не развивается, потому что в развитии нету зла. Развиваться можно только в свете и добре. Мысль – начало всего, и мыслями можно управлять. И поэтому главное дело совершенствования – работать над мыслями. Лев Николаевич Толстой. Дорогие друзья, что тут можно добавить? Слушайтесь Льва Николаевича, работайте над своими мыслями, и будет вам развитие. Дорогие друзья, хочу напомнить, что выпуски на канале «Осознанка» выходят при поддержке зрителей. Если у вас будет желание нас поддержать, то все ссылки я оставлю в описании. Но если вы это делаете, как я всегда говорю, делайте это от сердца, от души. Перечислю людей, которые уже помогают нашему проекту финансово. Екатерина Александровна, Наталья Геннадьевна, Юрий Альбертович, Юлия Васильевна, Елена Викторовна, Аэлита Юрьевна, Александра Владимировна, Павел Иванович, Виктор Рустемович Бауэр, Наглис Жанис, Дмитрий Павлович Лобачевский, Андрей Геберт, Роман Александрович, Андрей Сергеевич, Леонид Юрьевич, Лариса Викторовна, Константин Владимирович, Сергей Владимирович, Сергей Васильевич, Максим Юрьевич, Александр Сергеевич, Руслан Мавлетдинович, надеюсь, правильно произнес, Сергей Михайлович, Наталья Валерьевна, Евгений Валерьевич, Иван Николаевич, Светлана Владимировна, Алексей Вячеславович, Виталий Владимирович, Александр Юрьевич, Кирилл Алексеевич, Дмитрий Евгеньевич, Елена Владимировна, Алла Владимировна. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку. Этот проект существует только благодаря вашей поддержке. Встретимся в понедельник в 13:15. Зрите в корень.